В Магадане построят новый родильный дом в рамках государственной программы развития здравоохранения. Это будет высокотехнологичный медицинский центр, где будет оказан полный спектр всех услуг, связанных с акушерством, гинекологией и репродуктивной помощью здоровья. Здесь будут сфокусированы все акушерско-гинекологические службы, то есть это будет гинекология, женская консультация, центр семейной медицины, собственно, роддом, отделение патологии беременности и отделение выхаживания новорожденных. 12 мая 2020 года началось непосредственно строительство будущего родильного дома. На данном этапе производятся работы по выборке грунта согласно плану объекта строительства. Для этого сейчас задействован экскаватор и самосвал, чтобы вывозить весь грунт. Рабочие частично откопали третью секцию, ждут переноса воды и уже совсем скоро в июле приступят к устройству фундаментальной плиты. Параллельно с этим также планируют вести работы по откопке первой, второй и четвертой секции. В этом году финансирование предусмотрено в размере 150 миллионов рублей, а в целом на весь проект выделено около 5,5 миллиардов рублей. На начальном этапе провели все необходимые экспертизы и проблем никаких не выявлено. Была проведена экспертиза существующих домов фундаментов. Есть заключение. Фундаменты в удовлетворительном состоянии. То есть ведется еще мониторинг домов, чтобы не было никаких подвижек грунта. Новый родильный дом необходим региону, потому что в настоящее время данное медицинское учреждение расположено в 4 отдельно стоящих корпусах, которые находятся в разных концах города. 2 из них расположены в жилых домах, а одно из них признано аварийным. И все эти учреждения уже не соответствуют современным санитарным нормам, правилам планировки и перинатальным технологиям. В конечном итоге их полностью освободят и объединят в новый родильный дом. Наконец-то мы можем себе позволить партнерские роды, которые очень востребованы в нашем регионе и которые мы не могли раньше проводить, потому что, опять же, акушерский корпус не соответствовал санитарным нормам и правилам. Новые операции, ну, все развивается, возможно, что-то новое и появится. По словам Натальи Дячи, квалифицированных врачей в Магадане хватает, потому что постоянно выпускаются молодые люди с университетов, а также приезжают с других регионов. Поэтому проблем с кадрами точно не возникнет.